Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, поставьте лайки, перешлите наши видео друзьям, знакомым и близким. Вопросы здоровья интересуют, в общем, каждого из нас. Мы приглашаем не только врачей-специалистов, но каждого, кто хочет поделиться или обсудить какие-нибудь вопросы, связанные со здоровьем. Не забудьте подписаться, поставьте нам лайк. Даже Маяковский не стеснялся и не брезговал писать стихи о мыле. Известны его плакаты, где звучат неповторимые строки. «Грязные руки грозят бедой, чтоб хворь тебя не сломила. Будь культурен перед едой, мой». Руки мылом или, товарищи, мылом и водой мойте руки перед едой. Ну, а если самому Маяковскому было, так сказать, не стыдно разговаривать о мыле, то куда уж нам, грешным. Сегодня я хочу вам рассказать о замечательном, восхитительном, просто сказочном мыле. Боже мой. Это мыло производит Анжелика Давыдова. Я знаю ее много лет, но когда узнал, что она это делает, я задался целью обязательно попробовать ее мыло. И она мне любезно подарила небольшую коллекцию того, что она производит. И когда я получил эту коллекцию, я просто очень захотел узнать, а как это все делается, вот эти восхитительные кусочки счастья, пахнущие, великолепно пахнущие. И я почитал то, что она сама рассказывает о том, что особенного в ее тайне этого волшебного мыла. Ну, мы не будем углубляться в теорию мыловарения, но дело в том, что большинство изготавливают мыло уже на некой мыльной основе, всего лишь добавляя туда какие-то ингредиенты. А Анжелика, она производит мыло с нуля. То есть она сама отбирает качественные растительные масла и сама, как это принято у специалистов, омыляет их. Вот. При этом она всегда следует принципу: хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Именно это и дает уверенность в качестве ее мыла. Ну, во-первых, посмотрим плюсы. Она предлагает вам 100% натуральное мыло ручной работы с гарантированным отсутствием в его составе синтетических добавок, искусственных пенообразователей, отвердителей и консервантов, которые могут быть вредны не только для кожи, но и вообще для организма в целом. Поэтому это мыло, оно совершенно гипоаллергенно. Такое мыло трудно найти в наше время, потому что большинство базирует свои продукты на уже готовой мыльной основе, и Бог знает, какие химикаты включает в себя эта основа. А Анжелика, она создала Alchemist Shop Goods, такую компанию,
алхимическую. В общем, видимо, с юмором названную. И обогащает уникальными ухаживающими маслами и смолами в большом процентном содержании. Вот. А есть масла виноградные и миндальные косточки, абрикосовое масло, масло зародышей пшеницы, пчелиный воск, да, вот чувствуется что-то похожее на пчелиный воск, оливковое масло, кокосовое, масло конопли и так далее. Все это способно очищать кожу и насыщать ее необходимыми веществами. Также в составе ее мыла есть такие добавки, как мед, активированный уголь, сливки, кокосовое молоко, йогурт, растительные красители. Это так полезно для здоровой кожи, да и для возрастной кожи, и для кожи с проблемами. Удивительно, но правильно подобрав ценные растительные масла, а именно отдав предпочтение маслам с высоким содержанием неомыляемых жиров, Анжелика смогла создать мыло, пользуясь которым вы получаете эстетическое наслаждение. Нежная пенка окутывает кожу такой заботой и дает возможность сэкономить на дорогостоящих кремах, используемых после мытья. Кроме того, у нее есть настолько разнообразные на все вкусы сорта мыла, что это позволяет индивидуально и адресно помогать самым разным видам кожи. Она не скрывает ингредиенты своих продуктов и использует только самые лучшие, дорогие и качественные масла. И вы действительно получаете то, за что платите. Она производит мыло небольшими партиями, которые зреют и набирают свою силу и привлекательность в течение нескольких месяцев. Я бы просто съел бы все эти кусочки, но я не уверен, что это будет очень здорово для моей пищеварительной системы. Во всяком случае, наверняка это надо держать подальше от детей, потому что дети точно этим наедятся. Вот. И надо сказать, что при всем роскошестве этого продукта 100 грамм мыла стоит всего 8 долларов. Вот. И, соответственно, килограмм мыла стоит всего 65 долларов. Ну и Анжелика предлагает бесплатную доставку по всей Канаде с покупок на 50 долларов и выше. Я вот тут привел ее страничку в Фейсбуке. Пишите Анжелике в личку и поверьте, ничего лучше, чем этого мыла я никогда не встречал. Я так жалею, что я не могу дать вам понюхать. Технология до сих пор еще не дошла. И посмотрите, какая фактура. Какое чудо вообще. Я очень рад, что смог с вами поделиться. До свидания.